clever in your way. Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Держись. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Доброе утро, друзья. У нас воскресенье. Я позавтракала. На завтрак у меня зефир, который дарила маме. Ну, буквально пару лепесточков. Я сейчас ела, проснулась с аппетитом прям таким. Думаю, ух, сейчас поем. Сделала себе яичницу. Давно не делала. Вчера, правда, в отеле ела. Яичницу, хлебушек с колбаской. С такой ветчиной тоненькой. И два питьевых йогурта. Питьевый йогурт выпила на ура. Яичницу ела, половину съела с аппетитом. И вдруг резко я жую и резко наелась. Просто резко такая, думаю, даже глотать не хочу. Но яичницу я доела, хлеб нет. И вот сейчас буду пить чай с лепестками. А на весах у меня 51,5. 51,5. Мама опять выбирает. Ага. Кони говорит, ага. Монтировала полдня влог. Блин, и не успела. Вы остались без влога. Ну, может быть, вечером выпущу. Оставалось буквально чуть-чуть, но я, ну, никак. Я уже не стала мыть голову. Ну, я вчера ее мыла. Вроде нормально его соберу, просто и нормально будет. Потому что, думаю, лучше домонтирую. И не успела домонтировать. Минут 20 не хватило. Ну как, там уже концовка, но просто потом, пока оно сохранится, пока я придумаю название, пока я сделаю заставку, на вот эти мелочи уходит еще минут 15. Так что как-то, да. Я еду сейчас, встречаюсь с Сеней. Мы идем покушать в Бабу Берзолу. Как раз-таки там, где есть вот это вот, вот этот вот, вот эти водоросли. Мне написали, что это называется... Зейшпаргель, либо еще как-то. Зейшпаргель, типа морская спаржа, да. Вот, и там я ее впервые, кстати, и попробовала. Я надеюсь, что они тоже там этот раз будут, не знаю. А потому что там они еще с чесночком так обжаренные, очень вкусненько. И как раз просто это возле Урани. Урани — это зал концертный, куда мы потом идем. А идем мы на Михаила Лобковского. Он приехал сюда с лекцией. Ну, как с лекцией, не лекция. У него все выступления в формате вопрос-ответ. Да? Он там минут 10-15 уделяет
теме время, да, что-то там скажет, а дальше идет вопрос-ответ. Я не думаю, что я рискую спросить, не знаю. А может, я что-нибудь спрошу, но не знаю. Но мне интересно. Я его когда-то много слушала, но я вам рассказывала про него, что у меня с ним так себе отношения, потому что он говорит на все по делу, но просто он настолько категоричен, что... Хотя тоже, да, все вроде правильно, ни к чему не прокопаешься, но, да, вот те же его 6 правил там. Нравится? Окей, не нравится, типа уходи, все, не надо там 500 раз повторять. И это работает в здоровых каких-то отношениях, но дело в том, что, мне кажется, большинство людей на планете все равно нездоровы, и я в том числе. У нас у всех есть какие-то детские травмы непроработанные, еще что-то, вот эта вот психика наша, мы все равно как-то манипулируем, даже, может быть, подсознательно, да, неосознанно. Мы... что-то в отношениях, да, каждый там, не знаю, у кого какой вид привязанности, не все вообще об этом знают, да, чтобы что-то там проработать. Поэтому, конечно, жить по его правилам, мне кажется, очень легко остаться одной или одному, как он сам. Но так-то говорит все логично, вот. Но мне интересно посмотреть, я обожаю психологию, обожаю психологов, и вот одного из таких крупных увидеть воочию, я взяла билеты нам на первом ряду. Вот, к сожалению, не в центре, в центре уже не было. Но, кстати, я сейчас зашла на сайт посмотреть, потому что все еще билеты на него продаются. И я зашла, и чуть полупустой зал, даже не знаю, одна треть заполнена. Вот я когда покупала билеты, по-моему, с тех пор ничего не изменилось. Как там и не было середины, а все остальное было, так сейчас там и выглядит. Мне как бы самой, знаете, неудобно, что человек приезжает, а зал не заполнен, да, как будто бы это моя вина, вот не знаю почему. Вот спрошу у него этот вопрос, скажу, а как быть, если я чувствую вину за то, что у вас пустой зал? И мы встречаемся чуть пораньше, получается, вот в 5 поедим. Я не знаю, я вот сейчас с удовольствием поем, но 5 минут назад еще меня тошнило, меня весь день как-то так, опять периодами. То отлично, вот как сейчас, думаю, все классно, то потом резко плохо, думаю, ой, а как я сейчас поеду? Теперь опять нормально. Я подкрасилась, свежа, хороша. Немец уже прилетел, он дома, распаковывает чемодан. Вот, приходит в себя, все-таки джетлаг. Там в Таиланде на 7 часов разница. Думаю, завтра с ним увидимся. Сегодня уже, наверное, поздно будет. Я думаю, что он сейчас заснет. Вот он, эти водоросли. Очень вкусненько. Ну что, встретилась с Сеней. Привет. Здрасте. Здрасте, давно не виделись. Здрасте, да, давно не виделись. Сеня болела. Смотрите, вот мы заказали всякую тут мелочь. Это у нас хумус, оливки, баклажаны. Это вот то, что я хотела, водоросли. Это цацики, салатик и хлебушек. Приятного аппетита. Это фарш называется. Да, очень вкусно. Смотри, какой тут ресторан красивый. Нам еще баранинка пришла. А тут они готовятся. Сейчас месяц Рамадан. Мусульман месяц. Боже, как это фаст? Рамадан, это и есть Рамадан? Да, ну как фаст на русском? Пост. Пост держит, да. И я когда тут резервировала, мне говорят... Вам на ифтар? Нет. Неверующим можно прийти поесть? Ну, в общем, вот, баранинка. Мы не доели, у нас осталось больше половины. Запаковали с собой, ресторан уже пополнился, столько народу. Пришли, видимо, на закате уже кушать. Ифтар начался. Ну, мы минут через 20-25 пойдем уже. Через 20 минут только пойдем? А что там делать? 5 минут. А здесь что делать? Встретили блогера опять. Да, встретили кучу знакомых тут. Ну, кстати, зал полупустой, как я и предполагала. Не так много осознанных. Сень, ты подготовила вопросики? У меня вопросики только к тебе. Какие? Ты у меня купила билет, чтобы я тебе отвечала? Поговорим уже, я бы начал. Дело в том, что есть куча вопросов
возникающих у каждого человека в голове, когда он думает про счастье. Так, ну что, мы вышли? Как тебе? Осознанные. Осознанные, ой, наполненные, без проблем, все. Я расстаюсь, шучу. Нет, с тобой-то что? С тобой только и останусь. Ну, расскажи, как тебе? Ну что, классно было очень. Я раньше его слушала и под него всегда засыпала. У него такой голос успокаивающий. Ага. Очень боялась на лекции уснуть, но были очень интересные вопросы. Глаза у тебя были полуоткрыты. Было на самом деле интересно, потому что люди задавали толковые вопросы интересные. Угу. И я немножко уже... У него как бы все всегда одно и то же по одной, ну, его теории. Ну да, понятно, все очень, да, логично. Да, в принципе, ты уже даже знаешь, какой будет ответ. Но я вот немножко его уже подзабыла, давно не слушала. Мне хорошо, мне понравилось, мне зашло. Освежилось, да? Освежил, освежите салатик, приду, как он говорит. Приду домой, мужу вставлю. Выгони его на пару дней. А, точно, мне же не нравится. Не, мне на самом деле очень понравилось. Во-первых, возле нас сидели еще две знакомые, другие остальные были раскинуты по залу. Но мне не это понравилось, просто информация. А так, очень прикольно, он такой же, как на лекциях. Мне прям очень зашло. И эти анекдотики, шуточки какие-то вставлял прикольные. Я хотела задать вопрос, я не решилась, я теперь жалею. Я написала записочку, он записки тоже читал, но я ее положила... другое место, с которого его не забрали. Сама сейчас понимаешь, как это звучит? Как? Я ее положила. Другое место? Ну да. Потому что поставили коробку одну на сцену, она уже была заполнена записками, как только мы зашли в зал, не знаю, когда они там писали, наверное, дома подготовились. А я кинула, куда мне сказали. Пустой оттуда... ящик, и он остался пустой, кроме одной твоей записки. А я еще Сене говорю, там одна... В стеклянном ящике. Я Сене еще говорю, там одна моя записка, и если он просто возьмет ее, весь зал видел, как я подошла и кинула, возьмет ее, анонимно прочитает, это будет очень неанонимно. Ну, короче, естественно, моя записка не попала, очень грустненько. Мне бы хотелось, хотя у меня есть психотерапевт, да, с которым я могу все это обсудить, но мне хотелось услышать именно... мне хотелось услышать именно его ответ, и именно в большей степени потому, что он мужчина. Мне хотелось мужской ответ услышать. Вот. Я предлагаю... Мне, кстати, на твой вопрос тоже было бы очень, да, интересно, почему я тебя все пинала, толкала. Да, да. Потому что я тоже хотела, мне тоже действительно интересно, что, мне как тоже он интересно, ответит. Да. Потому что я всегда думаю, что, в принципе, я знаю, как он ответит уже наперед. Но вот в этом вопросе... Да, тут не такой вопрос, нравится, да, уходить, да, это, да, другой вопрос. Да, от тебя не уйдешь. Мне, я Сене уже предложила, говорю, давай у него сейчас еще где-то в городах, поехали в другой город, там я никого не знаю, там я задам вопрос. Заинтриговала. Да. Я бы хотела узнать ответ. Ну да. Ну блин, ну на сессию приватную я к нему не пойду. Сколько у него? 1500? Я не знаю, в рублях говорит, я вот вообще ничего не понимаю. Ну, в рублях сколько? Ты и в рублях сейчас, ну, не то скажешь. Ну, я 10 лет назад, да, конечно, я вообще путаюсь. Ну, нулем меньше, нулем больше вообще. У меня цифры китайские, я помню. Это одно и то же. Я только так на... Я помню, ты мне в батах в Таиланде отдавала деньги. Если б я была тебе не подругой, я бы на тебя нажилась неплохо за эти годы. Я когда говорю, там, 500 или 50, для меня это, ну, просто это одно и то же, как бы. Цифра, я не представляю себе цифры. Вот мне надо напрячься, чтобы представить себе эту цифру, тогда я правильно скажу. А ага. Так, я там мужу иногда что-то рассказываю, говорю, ты да это недорого. 500, он говорит, мне кажется, наверное, 5000, не 500. Не, 500, смотрим, точно 5000. Или там, я могу сказать, 50 тысяч, хотя 500 евро. Вот у меня, не знаю, у меня с нулями, короче, проблема. Я смотрю, у меня уже рука отвисла. Ну, в общем, да, мы идем до машины. Нам понравилось, всем советуем. Сейчас мне написала знакомая одна, что она меня видела... На концерте Лобковского, она сзади сидела, говорит, что сзади нее какие-то девочки говорили, типа, смотри, это Юля, я смотрю ее блог. И я, кстати, именно по этой причине не пошла к микрофону, не задала вопрос, хотя сейчас думаю, да, в принципе, у меня не какой-то такой вопрос, чтобы как-то там стесняться или еще что-то, но я почему-то не решилась, я встретила где-то 8-9 знакомых, и потом сижу, думаю, блин, сейчас я пойду спрошу, все-таки для меня, да, вот психотерапия это что-то такое личное. То есть все вопросы, которые там звучали, это
лично хотя, если я так представляю, могу отдельно с каждым вот так сидеть и довольно-таки личные вопросы могу обсуждать. Но как-то на публику, не знаю, может быть, это все еще со школы идет, и ненавидела публично выходить вот эти вот рефераты, да, рассказывать, или как они там назывались, не рефераты. Ну, в общем, когда вы выходите и... доклад делаете, да. И сейчас я думаю, блин, надо было все-таки пойти и выйти. Мне кажется, вопрос интересный. А может быть, в следующий раз, если он придет, я еще также жду Лину Диану, когда она приедет, обязательно на нее пойду. Я спрашивала ее, я не знаю, отвечала это она или ее менеджер, планируют ли они с лекциями приезжать в Германию. Мне написали, что да, в планах это есть, ну вот жду. Обязательно, да, мне очень нравится Лина Диана. Ковский мне тоже, вот я просто, ну, не буду повторяться, говорила, что меня немножко смущает, но в целом он, конечно, это, ну, не псевдопсихолог, это настоящий, нормальный, со знанием дела, да, потому что в интернете есть куча, которые, ну, я не знаю, вот тот же Марк Бартон, да, ну, я не могу его слушать, ну, я послушала парочку, но мне кажется, это полный неадекват, или кто там еще у нас из известных, ну, есть какие-то вот мужчины мелькают, я не знаю, они психологи или кто, вот они что-то вещают какую-то дичь околонаучную, которая с психологией не имеет никакого отношения. Очень все однобоко, очень все, ну вот, какие-то взгляды устаревшие, которые абсолютно никак ничем не доказаны. Лобковский к ним не относится. Лина Дианова, на мой взгляд, тоже, я не знаю, на нее столько разоблачений делали, но я посмотрела парочку, для меня как-то неубедительно все это было. В общем, в следующий раз, когда приедет Лобковский, я уже посмотрела, на самом деле, другие города, где он еще будет, но это далеко, 5 с лишним часов ехать. Если было часа полтора, да, ну, 2 часа, я бы, может быть, поехала еще раз, потому что это все равно каждый раз какие-то другие вопросы, хотя они плюс-минус повторяются у всех, все страдают плюс-минус одним и тем же, можно очень это категоризировать, все эти запросы, да, там про тревожность, про неуверенность в себе, про отношения, вот. Но я сейчас сижу такая заряженная, как будто бы я сходила на концерт, реально, все-таки лайв — это совсем другое. Всем советую ходить не только на концерты, но вот на какие-то такие лекции психологов, может быть, какие-то научные. Я вот Панчина приезжала, пропустила. Петрановская, кстати, недавно была, но я не пошла, мне не понравилась тема. Вот, хотя Петрановская мне нравится, это детский психолог, психотерапевт, вот. Но в следующий раз с какой-нибудь другой темой схожу. Панчин — это биолог, популяризатор науки. У меня есть его книга. Я смотрю его канал часто, нравится мне его адекватность. И я узнала поздно, не получилось попасть. Вот как-то надо отслеживать. На Лобковского тоже случайно где-то увидела. Так это все, Сене вечером пишу, идем ночью. Она мне утром пишет, идем, и я вот как-то так... купила. Вот. Я сейчас монтирую вложек, иду смывать всю эту красоту. Вы не переключайтесь, я продолжу этот влог завтра. Сейчас увидимся. Доброе утро! Я уже дома. Соня в садике. Заехала в Эйнштейн взять себе тут салат с киноа, но его сегодня не было. Будет завтра, обязательно возьму. Поэтому пришлось заехать в Дин энд Дэвид и взять другой салат, который тоже очень вкусный. Тут салатные листья, огурцы, всякие семечки, яйца, козий сыр. И вот это самое главное. Это такой вкусный дрессинг, ну, соус. Он из рукколы как-то, ну, очень вкусный. Прям супер. Это будет у меня сейчас завтрак. Все, наелась. Это закрою крышечкой, потом подъем. Вот, кстати, где я поставила свой цветок новый. Сюда и планировала его поставить. Делаю себе чай. Сегодня зеленый. Я последний раз пила зеленый. Ну, я не знаю. 100 лет назад, наверное, когда еще была жива моя бабушка. И они всегда пили с дедом зеленый. И вот у них я пила его иногда. Это я сейчас попью с вот этим.
да? Это все, что осталось от цветочка. Но я, наверное, съем вот этот листик, может быть, этот. И все, это, я не знаю, грамм 6 будет. Зеленый чай лучше делать на не на прям кипятке, а вот на функции для чая. Я была занята весь день, ничего особо не снимала. Посмотрите на мое лицо внимательно. Что вы видите? Вы видите? Круги под глазами. Не темные, наоборот, светлые. Я сходила в солярий. Взяла себе первый раз очки. Очки такие. Положила, и под ними не загорела. Они такие огромные. И прям видно, где они лежали. Вот. Вот, вот и вот так. Вот видите? А отсюда уже начинается загар, блин. Я встала, сняла и такая, ну что это? Короче, я еду сейчас за Сонечкой, потом приду домой, надо убраться. У меня даже не было времени ни постель, ну я ее не заправляла, хочу поменять. Да, не было времени, я хотела успеть убраться, но не успела. Поэтому буду уже делать это с Сонечкой. Выпила сейчас еще пару йогуртов. Весна, я тебе что? Но надо подключать спорт, такой прям, не дорожку, а вот именно силовые упражнения, потому что надо. Аккуратно, ровно открывай, ровно. Прям предложение руки и сердца. Доча! Что надо сказать? Сонь, возьми ту. Нет, Соня самому выбирай. Что надо сказать? Нет. О, спасибо, Касим. Ой, спасибо большое. А Касим? А Касим уже съел? Сонь, что сказать надо? Ой, Сонь! Что сказать надо? Пожалуйста. Иди поцелуй Касима в щечку. Касим, она тебя в щечку будет. Ой. Щучка была. Спасибо, я потом съем, окей? Хочешь, ты съешь? Да. Да, спасибо. О, господи. О, Соня с Касимом. Получилось. Соня, что ты забираешь из рук? Маленький. Вкусно, детки? Да. Сань, тебе сейчас пельмени придут вообще-то. Ты не наедайся, это же Касима еда. Касим с тобой делится, да? А ты с ним пельмешками поделишься? Да, а ты... Что? А да, Касима кушает. Да. Ты ему пельмешки свои дашь попробовать? Как нет? Вкусно? Соня принесли пельмени, мне вареники с вишней, Касим ест картошку фри с наггетсами. Мадина салатик. Я салат сегодня ела, что-то у меня не лезет, мне хотелось чего-то сладенького. И вот я нашла там с вишней, 100 лет не ела, сейчас попробуем. Да, туда-сюда, ага. Нет, доченька, вот еду мы здесь оставляем, да. Хорошо. Мама, я вот там. Это Соня подфартила сегодня. Тут когда вот день рождения, ей достался кусочек. Вот там, да. Хотела вам показать. Мама сделала мне таки таблицу. Значит, это у нас полностью серия «Эксклюзивная классика» по фамилиям в алфавитном порядке. Все книги, которые у меня есть. Эксклюзивной классики у меня 73 штуки, представляете? Офигеть можно. Здесь она еще сделала
колонку издательства, год издания, примечания, если я захочу. А так вот автор, нумеровка и название книги. И далее мы ведем вместе теперь дневник. Прочитано. Тут она отметила уже, что она в 23-м у меня прочитала. К желтым то, что в 24-м, а просто где галочки, это то, что она когда-то либо уже читала. И так далее. Вторая таблица тут у нас получается, это нижняя полка. Тут все вперемешку, да, тоже вот уже понаотмечали. А мамин столбик более плотный. Капец. И нон-фикшн. Но в нон-фикшн ни одной прочитанной. Моя мама вообще не признает нон-фикшн. Ну, как не признает? Ей это все интересно, но больше в качестве, может быть, посмотреть передачу, послушать. А читать ей нравится именно художку. Хотя я ей там уговаривала пару книжечек прочитать. Даже одну подарила Homo sapiens. Но вроде она к ней так и не притронулась. Ее больше тянет на... повторюсь, на художку. Я думаю, вот если художка вся закончится, тогда она сможет перейти на нонфикшн, а так у нее рука не поднимается. Вот, и еще есть даже отдельная колонка Deutsch, книги на немецком. Вот у меня есть даже пару штук на немецком. Ну и все, ребят, на этом буду заканчивать влог. С немцем мы не встретились, он мне не писал весь день. Был занят, 2 недели его не было, куча работы накопилась. Но я такое не люблю. Я не люблю, когда человек не пишет. Я ему об этом и сказала. Он мне потом позвонил 5 вечера. Я сказала, что у меня уже другие планы. И вот сейчас он мне тоже вечером звонил. Я сказала, что... мне такое не нравится, и всякие отговорки не прокатят, потому что, ну, человек, который хочет, да, он делает, то не хочет, ищет отговорки. Он говорит, что был занят, я говорю, покурить ты успел, кофе попить, там, в туалет сходить, то есть на такое у тебя время было, значит, спокойно можно было позвонить, договориться, когда мы встретимся, а то, что мы планировались, ну, как, мы думали, что мы сегодня увидимся, но мы не запланировали ничего конкретного, и я не люблю вот это подвешенное состояние. Я ему написала потом среди дня, но он это сообщение не, он не заходил в WhatsApp и увидел это только, ну, вот, когда увидел, потом перезвонил, но это уже было поздно. Я не люблю сидеть в подвешенном состоянии и потом резко срываться, что-то там куда-то собираться, тем более у меня ребенок, если раньше еще можно было, но сейчас мне такое некомфортно, поэтому сегодня не встретились, я провела день с Мантиной, с детьми в кафе. Вот, сейчас сижу, монтирую тут видео и буду собираться спать. А на этом все. Мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!